интенсиве. Там более Благодарю. подробно. Ань, просто вот свою точку зрения сейчас интересно, потому что времени немного. Просто ты расскажи про себя, расскажи свою историю, как ты пришла в Орифлейм. Вот, расскажи, почему тебе важно заниматься wellness'ом, как доктору, как женщине. Потому что, когда ты вот эти все вещи говоришь, люди начнут проникаться вообще в философию. Потому что, если доктора этим занимаются, это что-то на самом деле очень важно. Меня зовут Анна Горбачева, я из Самары. Правильно, я занялась бизнесом вторично, пришла в декрете. Позвала меня одноклассница на интерес, я бы так сказала, розыгрыша. Вот, и я увидела, что в Орифлейм появился крутой продукт wellness, и начала изучать его историю. У меня просто такое было шоковое, ну, в хорошем смысле этого слова, понимание. Думаю, ничего себе, Орифлейм — косметическая компания. Здесь такой крутейший продукт. Почему? Потому что я сама из кардиохирургии. Всю жизнь там проработала, но до того возраста, когда узнала про wellness, у меня папа кардиохирург. Но вообще, одним словом, знаю эту сферу очень хорошо, так сказать, изнутри. У меня три специальности в этой сфере. Кардиолог, функциональный диагност и через пищеводных кардиографию. 8 лет училась у американцев. Но вообще, одним словом, вот такое понимание позволило мне понять смысл этого продукта, потому что его создал Стик Стэн, кардиохирург, наш коллега, взрослый только торакальный, занимается трансплантацией сердца легкого, у него своя клиника, и что это глубоко научный продукт, который помогает людям в тяжелых состояниях после трансплантации сердца легкого оставаться в живых, я бы так сказала, в большем проценте случаев, за что Стик Стэн получил звание лауреат Нобелевской премии. У него много послужных списков, много патентов, которые распространяет известная медицинская компания по всему миру. Я тоже с ней, с этой компанией работала. Вообще, одним словом, наверное, просто вот такие стечения обстоятельств позволили мне и понимание более глубоко понять философию этого продукта. Потом книга, кстати, очень крутая книга. Сейчас, к сожалению, я не знаю, где ее взять. Называется «Эгилёс, Родина Wellness». Это прям книга такая, откровение Стик Стэна, как он к этому пришел. Я нашла, конечно, себя, то есть начала пробовать сама. Я никогда не была против дополнительных каких-либо полезных продуктов, помимо, ну, именно БАДа, да, помимо лекарств. Вот, которые, ну, одним словом, пользуются врачи, да, я всегда на своих консультациях и приемах пользовалась еще дополнительными вот этими помощниками, которые помогали мне, ну, там, в различных ситуациях более, так сказать, легко вылечить пациентов. И работала в детской кардиохирургии, ну, то есть с рожденными пороками сердца. И вообще, одним словом, вот так оно все и началось. Себя потом подключила, естественно, близкое окружение. Ну, кому мы желаем здоровья в первую очередь, да, это близкой семье, детям, мужу, родителям, вот это все, да. И уже более глубоко начала изучать. Получила сама результат реально на своем здоровье, на ощущениях. И уже в дальнейшем меня вот Оля Зайцева поймала за руку, это мой непосредственно вышестоящий наставник, увидел, что у нее появился человек-врач, а моя, кстати, одноклассница меня скрывала от Оли, говорила, ни в коем случае про бизнес ей не рассказывай, а вдруг ты ее испугаешь, она и перестанет wellness заказывать. Ну, в общем, бывают такие, да, моменты у некоторых людей. Но вообще, одним словом, тут еще мне рассказали про бизнес. Через месяца 4 после регистрации у меня. И я подумала, почему бы мне еще это не подключить. Мне понравилась идея путешествовать, зарабатывать. У меня не было никаких стереотипов или каких-то таких предубеждений по поводу этого бизнеса. Сетевого я имею в виду, да. Все имеет место быть. Ну, в общем, и так оно все закрутилось. И к концу декрета я уже была практически близка уже
к уровню 22%. И, в общем, сложились еще обстоятельства, что я сделала такой решительный шаг. Мне не дали отсрочку выхода на работу, сказали, выходи. Я понимала, что если я выйду, а это все закрутит, и потому что на трех работах работала. В кардиоцентре, в частной клинике и в медуниверситете. Что это, ну, бизнес накроется, так сказать, обратно. И я сделала такой решительный шаг, сказала своему начальнику. Он у меня был еще главный врач, руководитель моей диссертации. Что если вы мне не дадите отсрочку, то, в общем, короче говоря, я напишу заявление. Он мне говорит, пиши. Я говорю, да ладно, говорю. Мне просто... Я подумала, что он прикалывается. В общем, короче, написала я заявление. Мне звонит секретарь и говорит, а он вам его подписал. Я говорю, ой, какая прелесть. Мне не надо сильно мучиться в сомнениях. Ну ладно, думаю, так. Я еще подумала, всегда можно вернуться. Я все-таки не последний человек. Ну, в общем, одним словом, я уволилась и улетела в Турцию на позолоченную конференцию. У нас тут была конференция с Галиной Сергеевной. И, в общем, короче, такая моя краткая история. Ну, а дальше уже там директор, старший директор, золотой директор. Именно основной категории wellness. То есть у меня в команде появились доктора тоже, которые педиатр, вот Регина, она фармпредставителем тогда работала. Другие люди тоже. Второй директор также пришел через wellness. Это уже пациент из Медгарда, где я работала. То есть я делала эхо и всем рассказывала про wellness попутно. И она, в общем, сошлись, так сказать, наши интересы. И потом она тоже вовлеклась в этот процесс, стала директором. И таким образом wellness стал вот таким связующим звеном основным, да. А потом же стала изучать и другой продукт, и Novage. Конечно, сейчас 100% потребитель Oriflame и парфюмы, и всего на свете. Вот. Вот такая моя краткая история. Wellness, поэтому у меня в команде он именно... Почему он у меня в основном в высоком проценте? Именно из-за глубины понимания его значимости. И я с этим не ошиблась. То есть на протяжении вот этих лет он показывает о том, что действительно меняется здоровье людей, действительно качество жизни меняется, и тому пример мои близкие люди. То есть недавно мы с моей мамой разговаривали, она ей 74 года сейчас, она активно ведет образ жизни, тоже врач, она заведующая отделением была, рапид-терапии. В свои годы она ездит на йогу в другой, так сказать, конец города. Два раза в неделю после перенесенной онкологии, в такой нетяжелой форме, я бы так сказала, дай бог. И, конечно, это не сразу пришло, я их заставляла пить wellness, буквально говорю, что давайте, это вас, так сказать, поддержит и продлит вам жизнь. Вот именно понимание коктейля Natural Balance. У нас есть уникальный продукт, это Natural Balance, аналогов в мире нет. И астаксантин, аналогов в мире нет. Вот это два продукта, которые имеют уникальную историю создания, уникальный состав. И Ольга Николаевна Григорян об этом говорит. Да, я обучалась у Ольги Николаевны Григорян, у меня есть сертификат. А диплом, так сказать, о прохождении обучения. Это, конечно, очень круто, что компания еще прибегает к авторитету таких крутых медучреждений нашей страны, как Институт питания Российской академии наук. Ну, это звучит, да? И Ольга Николаевна Григорян, конечно, тому пример. А это не просто человек, который, допустим, компания наняла, и вот она деньги платит, а она как это медпредставители, да? Врачи нанимают и так далее. А это действительно на протяжении многих лет, вот сколько я в бизнесе, как раз я закрывала директора в тот день, когда был семинар Ольги Николаевны Григорян в Самаре. Вот, я закрывала уровень, у меня прям последний все был день, и последний каталог, и все закрылось, так сказать. Хорошо, потому что, ну, wellness – это, конечно, сила. Вот такое понимание. И мы долго проводили wellness-клубы, это офлайн работа, потом ушли в онлайн, потом изоляция. Вот сейчас я настраиваю работу онлайн, пока я никак
так сказать, люди, не имеющие таких глубоких, да, это горе от ума знаний, то легче проводят wellness-марафоны. Вот это мне еще предстоит, так сказать, чтобы это именно в работу вошло как-то когда-то в wellness-клубы. И своим новичкам я, естественно, рассказываю про wellness. То есть у меня есть отдельный канал wellness, я всех туда добавляю. Я говорю, что это наша сила, это наше здоровье. А есть уникальные продукты. Опять же, рассказываю про Natural Balance, про wellness-подписку, коктейль, да, плюс wellness-пак. Но wellness-пак уникален, конечно, тем, что там в одном пакетике, конечно, все собрано для того, чтобы клетка жила долго, да, там омега-3, астаксантин, мультивитаминный комплекс. И полностью согласна с Татьяной Тимофеевной Ковзик, что на wellness-пэке, как раз на wellness, тоже очень круто рассказывать вот эти сейчас новые преимущества по реферальной ссылке, да. То есть ты пьешь сама, показываешь результат. У меня даже возникла мысль просто краткую такую инструкцию по применению wellness-пэка записать, опять же, в онлайн, чтобы это было доступно. Вот такая история. Может, кого-то какие-то вопросы, так, если кратко, так сказать. Да, Аня, скажи, пожалуйста, как осуществляется продажа wellness? Вот на твой взгляд, это все-таки глубокое погружение в знания или это все-таки погружение в проблемы человека и показывает, что wellness – это путь решения его проблем? Вот. Нет, глубокого сейчас погружения никакого нет, это раньше было, да, сейчас, так сказать, люди не хотят глубоко погружаться в какие-либо, реально с этим столкнулась, а просто сейчас, кстати, народ более готов, вот 10 лет назад сейчас, сейчас проще людям говорить о дополнительном питании, об адах. Да, сейчас это уже звучит как неругательное слово. В этом нам помогли же опять те же самые маркетплейсы и этот iHerb, который когда-то существовал. Вот. Просто рассказываешь именно преимущество потребления wellness, так как это медицинский проект. То есть я иду через слово «медицинский проект», через Стикстена. Оно потому, что каждый человек может зайти в интернет и вбить это имя, фамилию, да, и сразу все станет понятно, откуда ноги растут, и то, что мы все должны, естественно, пить дополнительно, это тоже уже ни для кого не секрет, и омега-3 тоже всех уже на слуху, я просто объясняю преимущество именно нашей омеги-3, то, что она действительно безвредная, мы тут недавно нашли информацию, нам опять же коллеги бывшие помогают, от одного нашего главного кардиолога Самарской области, который написал, что омега-3, в частности медицинская, макоры, которые любят назначать и так далее, она имеет, так сказать, двойное дно. Ну, то есть ей можно и навредить. А наша омега-3 вообще никак не навредит, потому что все сделано очень с умом. Минимальная дозировка, которая никак не влияет на ни на какие, ну, как это сказать, побочные процессы, да, то есть побочных эффектов не дает. И просто разговариваю с человеком, вчера только с новичком говорила, да, еще очень важный момент, это, конечно, ведение контента и соцсети, это безусловная история, и хорошо, что я этому научилась в свое время, и я постоянно выкладываю в историях, в Телеграме, сейчас у меня Телеграм, это основная моя соцсеть. В историях постоянно у меня каждый день идет такая нативная реклама, что я каждый день пью wellness-пэк. Но кто на меня подписан, они прям даже обратную связь дают. У меня недавно произошел такой случай, что женщина долго-долго наблюдала, там, чуть ли не 2 года, и, оказывается, ее вдохновила на покупку дома, и она тут заказала и wellness-пэк, и для мужа, и для себя. В общем, одним словом, мои тарелки сыграли вот такую роль. Я постоянно же выкладываю там. У меня завтра главный герой на моей тарелке – это wellness-пэк. Вот. То есть вот такой еще инструмент, конечно, он сейчас, безусловно, помогает. И каналы, 2 у меня канала есть, где я тоже постоянно на эту тему разговариваю и транслирую. В общем, вот так. То есть я глубоко в детали не внедряюсь. Ну, то есть прям вот я рассказываю доступным языком, я сейчас этому научилась. Ну, сейчас смотри, сейчас вот такие основные возражения, да, которые есть у людей, все-таки, ну, сейчас коктейлей много,
Вот, в сетевых компаниях много коктейлей. Как ты отвечаешь на эти вопросы? А Почему как? коктейль именно наш коктейль надо пить? Еще раз просто повторяю, понимаю, что медицинское назначение. Вот как бы ты ответила на вопрос, если, например, человек говорит, ну, у меня есть свой коктейль, у меня в своей компании, тоже хороший. Почему должна пить ваш коктейль? Ну, во-первых, у меня есть, как это, материал, который, я же говорю, что обучалась Ольга Николаевна Григоряна, она ей задавали такие вопросы, у меня даже есть слайд, например, отличие нашего коктейля от этого Энелевского, да, вот. Вот эти даю материалы. Но вообще, когда ты слышал от Эдуарда Васильева, если у тебя часто встречаются такие возражения, проработай их заранее у себя в голове. Потому что у меня таких возражений не встречается вообще. То есть у меня как-то люди приходят как чистого листа, воспринимают этот коктейль. Нет, есть такие, которые, да, но я сразу говорю, что это редко встречается, но встречается вот лично у меня. Что это медицинский проект, с этого начинаю рассказывать. Я сама вот из кардиохирургии, да, даже если вы не из кардиохирургии, естественно, да, вы можете ссылаться там на Институт питания Российской Академии Наук, а что Стикстен, это великий доктор, кардиохирург, вообще врач с большой буквы, он создал коктейль для своих пациентов в послеоперационном периоде, это медицинский проект. У него состав такой уникальный, что он просто никогда не навредит ни одному человеку, ни маленькому, ни большому, ни старенькому, ни больному. Но, образно говоря, соответствует клятве Гиппократа «не навреди». У него самый сбалансированный состав, аналогов в мире нет, как я уже сказала. Все 21 аминокислота. И последнее время я рассказываю еще, ну вот если из глубокого понимания, конечно, сейчас это может быть не совсем понятно, но я вкратце рассказываю, прям вот если доходит до глубокого такого возражения и непонимания, я говорю, что вообще, чем уникален коктейль именно Natural Balance? То, что, ну, первый это медицинский проект, он создан для пациентов после трансплантации сердца легкого. Такого нет нигде, то есть он создан не для продажи, а для того, чтобы людей вообще-то спасать от смерти, да, то есть выводить их в категорию жизнеспособных людей. Это первый момент, то есть это уже важная особенность. Второй момент, у него состав такой, что вообще не противопоказан никому, ни малым детям, ни старым людям, вообще ни с какой, что не скажешь о других коктейлях. Вот. А в-третьих, тут вся 21 аминокислота, то есть весь спектр, источник натуральный, животный и растительный, что не скажешь о других коктейлях. Тот же самый, например, Энель, или Гербалайф, в частности, данный вот Энель, он имеет однонаправленность. То есть там соевые изоляты, где его брали, одному Богу известно. А все-таки мы живем, да, сейчас такое время в России, короче говоря. Вот. То есть там, опять же, есть в составе кофеин и сахар, которые очень плохо влияют вообще-то на многие процессы в организме. А у нас такого в коктейле абсолютно нет. То есть абсолютно безопасно, даже сейчас сукралозу заменили на стевию, которая не вредная совсем, да, то есть вообще не повышает уровень сахара в крови. И чем он еще уникален, там есть составы вот незаменимых аминокислот, которые наш организм не вырабатывает, но они очень нам важны в наше долголетие. То есть Natural Balance – это единственный коктейль, который влияет на наше долголетие. Каким образом? У нас есть хромосомы, на хромосомах теломеры. Я сказала, что будет маленько заморочено, но я быстро объясняю. Эти теломеры, они состоят из белка, и вот с возрастом они разрушаются, потому что человек не доедает белка, это 100%. И в результате хромосомы ломаются, и возникает преждевременное старение, там онкология, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. А вот, а если ты пьешь коктейль, то продолжительность жизни теломеров, естественно, продляется. Именно нашего коктейля, никакого другого, именно нашего. Вот, соответственно, у тебя жизнь будет более длительной и с минимальным, так сказать, затратами на врачей, лекарства и так далее. Именно про наш коктейль. Плюс еще, ну вот так объясняю, прям кратко. Поэтому уникальность нашего коктейля бесспорна. Если выбирать, я выбираю, естественно, только коктейль Natural Balance. А вот эти новые коктейли, которые пошли, которые уже с витаминами идут, в чем различие вот Natural Balance, да, и вот этих коктейлей в круглых банках, которые идут с витаминами?
Значит, у них есть ограничения, у Natural Balance, еще раз повторю, вообще никаких ограничений, вообще, просто вот он приближен к грудному материнскому молоку, можно, и даже вот если уж так ребенка нечем грудного накормить, разведи, напои, хуже не будет, да, что не скажешь о питательном комплексе, потому что он создан именно как замена еды, замена тарелки, то есть уже детям до 18 лет его не рекомендуют, потому что там дозировка взрослых витаминов, да, вот, на постоянной основе пить его нельзя. И там состав не такой глубокий аминокислот, то есть там источник растительный, там нет животных аминокислот, то есть нет животного белка. Поэтому он хорош именно как замена еды, если есть задача снизить вес. И это не отменяет natural balance. То есть я пью и питательный комплекс, и natural balance одновременно. Ну как одновременно? По своей системе. То есть я понимаю, что в принципе этот коктейль был сделан с витаминами, был сделан для того, чтобы удешевить продукцию, потому что там уже есть витамины, не надо покупать тогда wellness pack. А так получается, нужно покупать Natural Balance и Wellness Pack. Но мне вот это больше нравится. Нет, ну, даже не то, чтобы удешевить, а чтобы заменить еду. Ну, то есть это стопроцентное. То есть вы когда, например, можете заменить ужин. Но витамины-то никто не отменял, что они должны быть, правильно? Mm-hmm. Поэтому в коктейль добавили именно минимальную суточную норму. Там 23 витамины и минералы. Именно с той точки зрения, чтобы это была полноценная замена одного приема еды. Угу. Вот так, да? Угу. И к нему можно wellness pack пить. Если ты пьешь две порции питательного комплекса, то это хватает на сутки. Там wellness pack не обязательно пить. Там есть же подписки. У нас дополнительно омега-3 астаксантин идет. Ну, то есть это отдельная подписка. Вот. И есть отдельная подписка питательный комплекс и wellness pack. Это если ты пьешь один раз в день питательный комплекс. То есть вот такие варианты тоже там есть. Но дополнительно Natural Balance нужно пить для восполнения животного белка незаменимых аминокислот. И такой вопрос, смотри еще. В витаминах омега-3 сделано в минимальной дозе. Что бы ты порекомендовала, например, если, например, ну, там, учет густая кровь, например, давление, какие-то вот такие такого качества уже проблемы там с голова стала меньше хуже функционировать, чем раньше. Ну, просто увеличивать можно... дозировку. Увеличивать дозировку. Угу. До скольки то можно есть... увеличивать дозировку безопасно? Ну, вот я знаю, от кого-то слышала. Но, в принципе, минимально 4 капсулы. Это 100%. Это минимально 4 капсулы. А то и 6, и 8. 6,8, да? Да, даже слышала, по-моему, от Эдуарда Васильева, я просто со Стикстеном так лично не болтала, его в живом, конечно, так сказать, в офлайне видела, да, Эдуард Васильев сказал, что Стикстен бьет до 12 даже капсул. Я знаю, что у Суледжи Набаевой, когда она с Булатой решала проблемы, связанные с давлением, он тоже врач, да, она, правда, другой специализации. На врач-генетик, кандидат наук, она Булату давала 8-10 капсул каждый день. Угу. Ну вот я и говорю, да, до 12. Угу. Угу, угу. Такая ситуация. Ребят, какие есть вопросы к Ане? Мне кажется, Аня сегодня очень классно выступила вообще. То есть она показала философию, почему она выбрала Oriflame как способ заработка, потому что она, зарабатывая деньги, делает людей здоровыми. То есть ее миссия – это помогать женщинам быть и мужчинам быть здоровыми. Ну и рожать здоровых детей, я так понимаю. Правда же? У меня есть вопрос к Ане. Вот смотрите, у меня отец сотрудник полиции, мама медсестра. Папе недавно неудачно сделали операцию, опухоль гипоталамуса удалили вместе с гипофизом. Сейчас у него гормоны не выделяются вообще. Ему назначили таблетки, без которых он просто жить не может. Я понимаю, что ему нужны вот эти витамины, wellness, но он относится ко всему скептически.
Вы не будете против, если я в случае чего буду переводить его на вас, чтобы вы сами ему с научной точки зрения объяснили пользу этих витаминов и что ему это жизненно необходимо. Мама у меня тоже после нескольких инсультов, ей тоже это жизненно необходимо. Мне кажется, Злат, здесь нагрузка для Ани, у Ани очень большой объем работы. И, как бы, мне кажется, не очень. Я могу поговорить один раз, ну вот можно дать, да, мой контакт, связаться, поговорить, один раз могу. И потом у нас есть еще информация же в видео тоже, то есть есть обучение определенное. Можно еще, вот я своей маме, я ее постоянно, вот как я ее, да, склонила на постоянное применение. У меня же тоже они врачи, а врачи старой закалки, так сказать, они сложно к этому делу подходят. Но, слава богу, все уже лед тронулся уже давно, и я начала рассказывать, да, то, что они в их возрасте, и папа у меня, кстати, тоже в том числе, кардиохирург, заслуженный врач России, пьет на постоянной основе Wellness Pack не так давно, после перенесенной онкологии. Вот, и если брать их, так сказать, как это, слово вылетело, господи, друзей одного возраста, да, то, кстати сказать, там печальная картина, мы с мамой недавно разговаривали на эту тему, буквально там 3 дня назад, то, что взять ее подружек, она самая тут-тут-фу. Даже после того, что она перенесла операцию, а все остальные в не очень хорошем состоянии. Говорю, мама, теперь до тебя дошло, почему у тебя такое преимущество, да, и она пьет именно Natural Balance, я ее прям приучила к этому напитку, вот, и Wellness Pack это как минимум, плюс омега-3, астаксантин. И да, еще пребиотик очень важен. Вот. Это минимально, то, что надо пить. Особенно, так сказать, в таком возрасте. Аня, расскажи сразу про пребиотик, да, почему важно его пить, потому что многие не понимают. А пребиотик – это вообще уникальный продукт. Когда он появился, я прям сказала, вау, вообще круто. А потому что, конечно, кишечник – это такая темная история. Как это, головной мозг. Вообще, одним словом, в кишечнике очень много заложено того, что влияет на наше качество жизни. И вот от его работы зависит очень многое. И вот это наше неправильное питание, углеводное питание, оно очень сильно с детства портит работу этого кишечника. Появилось такое понятие, как дырявый кишечник. Да? То есть вроде бы люди говорят, что они правильно питаются, там пьют витамины, а все это уходит в никуда. Потому что нарушается сама система работы кишечника, там происходит загниение, там брожение, ну и так далее. Из-за вот нашего сейчас питания. А раньше, как природа нас создала, это травка, да, то есть это натуральное. Вот когда пошли булки, эти... мука высшего сорта. Короче, сельское хозяйство, когда начало развиваться, это где сельскохозяйственные революции были, это все, конечно, повлияло. И опять же, лечение многими лекарствами, это антибиотики, которые раньше всем назначали налево и направо, все это пагубно тоже сказывается на работе кишечника, а там должна жить живая микрофлора, которая вырабатывает определенные тоже свои питательные вещества для нас, и там находится 70% иммунитета, и мы должны... Там целая кошка, вот вообще в нашем кишечнике микробиома весом 5-6 килограмм, и мы должны ее кормить, ну вот образно говоря, эту кошку, потому что если мы ее не будем кормить, соответственно, она нас сожрет. И вот как раз пребиотик – это та еда, которая кормит наш микробиом кишечника. В результате этого иммунитет хороший, и кожа хорошая, и активность, и энергия. Вот если так, кратко. То есть нужно обязательно включать в рацион питания вот эти пребиотики? Каждый день, да, обязательно каждый день выпивать, как кому удобно. Там, я вот приспособилась, обмешаю его с коктейлем. А? Как лучше всего употреблять пребиотик? Я приспособилась. Не, можно просто развести с водой и выпить. Вообще не вопрос, да. Но когда человек загружен и, опять же,
А, то есть тут систему просто надо свою наладить. Я пью на ночь. А, на ночь это, кстати, очень хорошо. А, получается, потом с утра эффект хороший получается. А, значит, я мешаю с natural балансом на воде. Ну, просто коктейль, пребиотик на воде. Размешал, кстати, это очень полезно на ночь выпивать белок. Это очень важно, это золотой стандарт диетолога. Некоторые рекомендуют, кто не знает про natural balance, а вообще белки съедать просто. И, от яйца, естественно, да, белки. А, съедать именно вот на ночь, чтобы белок выполняет строительную функцию, когда человек спит, клетки у него работают. Очень интересно. Скажи, а коктейль можно делать на молоке или все-таки лучше на воде делать? Тоже, опять же, индивидуально. То есть, просто вот я сейчас как молоко по минимуму пью, но не то, что а это какая-то научная история, да, там есть научная история определенная, но просто организм так у меня, я прислушиваюсь, интуитивное, да, такое питание еще существует. И хорошо, что появилось не молоко, я вот развожу вообще на овсяном молоке. Но она овсяная, сладкая, овсяная. Нет, прям... там сахара нет, нет, оно не, бывает не... разное, оно бывает. Я беру не сладкое, где вообще сахар, ну, то есть там написано нет сахара, и оно не сладкое, это которое овсяное именно, без всяких примесей, ни кокосовое, ни гречневое, ни рисовое. Овсяное не молоко, 3%. Никто не ест вообще сахар, никаких шоколадок, ничего, только 85% мы едим шоколад, то есть высокого качества, швейцарский желательно. Вот, и поэтому вкусовые рецепторы работают настолько четко, то есть я сразу чувствую сладость, вот прям противно порой бывает даже, даже есть какие-то продукты, потому что когда ты чувствуешь вкус натуральных продуктов, это непередаваемое ощущение, когда чувствуешь вкус огурца, вкус морковки. Вот вишня для меня очень сладкая, смородина сладкая. Хотя все говорят, кислятина, кислятина. А на самом деле смородина, ну, имеет свой особый вкус. И вот эта штука полностью отказ от этих продуктов, где содержится вот этот переработанный сахар. Да и, собственно, и мы и не особо-то и фрукты едим. Потому что в них очень много сахара. Хотя, естественно, ну, иногда бывает, но стараемся вообще не есть. И вот сразу я брал вот эти разные виды молока, даже без сахара. Очень часто прям приторно сладкий, мне кажется. Сейчас, секунду. Вы заметили, у Ани наш шведский плед, который шел по акции. А, да. Узнаваемый, да? У меня много чего. Упаковочку я посмотрю. Вот, вся вот на... это только не молоко, я только вот его воспринимаю больше никакое. И тут вот как раз написано овсяная мука, вода, рапсовое масло, оно полезное, и все, соль, кальций. Тут вообще нет ни сахара, ничего. Хорошо. Так, ребят, спасибо большое за информацию. Можно вопрос такой? Вот сейчас поменялся, да, суклороза на стевию. А вот буквально недавно слышала такую информацию, что стевию вообще запрещают сейчас везде. Нет, как это опять же, как маркетинговые ходы всякие разные, кому это выгодно бывает, непонятно. Если почитаете более подробно, есть два вида стевии. Два вида стевии. И наш вид стевии 100% относится к тому, что разрешено. И там такая минимальная дозировка, которая не навредит. То есть, когда-то Ольга Николаевна сказала такую фразу, что шведы, так сказать, не дураки, это все научные истории, и там такой минимальный состав, что это тоже не навредит вообще ни при каких обстоятельствах. Не зря, что natural balance, это вообще там гликемический индекс 27. Поэтому это очень низкий гликемический индекс. Как в мире, где такой гликемический индекс? Да. Никто не смог создать такой гликемический индекс вообще. Да, Получается, вообще он работает, и для диабетиков он хорош. И
глюкозу он не выделяет, вот этот инсулин, соответственно, нормализирует выработку инсулина. Ну, вообще, конечно, это сильнейший продукт. Он стабилизирует. У меня был случай, когда одна бабушка, даже она у нас выступала на большом мероприятии в Самаре от Oriflame, бабушка с дедушкой, им было по 76 лет, а у нее была тяжелая форма сахарного диабета, она колола себе инсулин 22 единицы. И вот при регулярном посещении wellness-клуба она достигла того, что она перестала, ну, практически колоть, ну, даже, по-моему, совсем ушла от уколов тогда. И она рассказывала, что когда она, ну, у нее была потребность уже организма, да, она выпивала коктейль вместо того, чтобы вколоть себе инсулин. То есть коктейль, он как бы вот изолинию такую создает для сахара, то есть предотвращает вот эти вот волны и скачки. И поэтому я говорю, что он абсолютно безопасен. В общем, Стикстен же делает операции на сердце, и там достаточно часто метаболические, то есть шведы, они еще сластены такие, да, вот я прочитала информацию, я думаю, что сахарный диабет у них присутствует. Они же все едят как ее, бруснику, скворение, у них без этого вообще не обходится ни одно утро. Да. Они прям помешаны брусники на чернике. И это все очень сладкое такое, что, ну, если кто был в Икее, знаешь, что это такое. Да, и вот у него была как раз задача сделать такой продукт, вот Natural Balance, ну, это мы так его называем, а у них там, да, это просто нутритивное питание, именно для таких пациентов, чтобы можно было всем, и пациентам с сахарным диабетом, они готовят людей к операции, то есть стабилизируют состояние именно в клинике. Гелёс, я прям там не была, это я все это знаю, так сказать, из источников иных. Но я так думаю, что вот работает долго в медицине, это так оно и есть. И в книжке Гелёс про это, кстати, Стикстен писал, я оттуда знаю. Поэтому то, что коктейль Natural Balance абсолютно безопасный, это 100%. Ань, большое спасибо. Огромное тебе спасибо за очень интересный рассказ, да, для меня он воспринимается как, ну, как будто две подружки сидят и друг другу делятся информацией, очень легко, очень четко, очень мягко, прям по существу, у меня вызвало опять желание все больше и больше, ну, продолжать пить то, что я употребляю, я сейчас куплю, наверное, себе пребиотик. Я думал, что я ем салатов очень много, этого достаточно, но все-таки куплю и буду, пускай моя кошка внутри там все время будет сытая. Вот, для меня вот эти образы тоже сильно работают. Вот, ребят, давайте подведем итог сегодняшней нашей планерки. Смотрите, моя цель, работа с вами, это ваше новое звание. Сейчас я включу микрофончик. Это ваше новое звание. Моя цель, чтобы вы за программу 105 дней сделали статус как минимум директора, вышли потом следующие 105 дней на золото, и потом вышли на программу 2 плюс 2 плюс 2, делали бриллиантов и попали в наш самолет, который мы с Татьяной уже везде про него рассказываем. Это основная задача, которую я веду как руководитель. И в нашей работе очень много интересных вещей, которые мы с вами должны знать. Мы должны знать многое по продукту. Если вы знаете про wellness, у вас большие балловые заказы. Если вы знаете про Novage, у вас с этим проблемы нет. Сегодня у нас в нашей группе есть специалист по wellness, специалист по Novage высшего класса. Два самых крутых специалиста, которые есть в нашей команде. Круче просто, ну, нет. Круче только вот там наверху. Поэтому, если будут вопросы, делите, ну, задавайте. Потому что Аня у нас тоже работает, ну, не на постоянной основе, она серьезный, хороший лидер. Вот она здесь проходит переквалификацию, это как у врачей делает, да. Потому что ей нужна очень высокая квалификация. Вот, и она здесь пришла для обмена опытом. И я попросил, воспользуясь этой ситуацией, говорю, Ань, пожалуйста, если возможно, то для нас поработай. Вот, я горжусь тем, что в нашей команде есть такие люди, как Аня Горбачева и Наташа Горшевик. Почему? Потому что это люди высокой экспертности, и такие люди всегда очень на вес золота, это всегда все знают и ценят. Вот, и давайте мы еще раз вспомним, что сегодня было на сегодняшнем у нас эфире. Первое, выступала Злата и рассказывала, как можно очень просто, на нулевом уровне, просто делиться ссылками на каталог.
и получает заказы по 300, по 400, по 500 баллов, что оказывается на рассылке вот этих ссылок на электронный каталог можно прекрасно рекрутировать. И я надеюсь, что мы сейчас в ближайшее время с ней запустим уже первых людей в ее команду. И она, конечно же, поделится уже опытом, как через продукт можно регистрировать людей, потом выводить их на лидерство. Это очень важный момент. Мы с вами продолжаем все наши технологии, которые мы с вами запустили. Вот, сегодня я вам дал видео короткой 10-минутной презентации, которую нужно выучить, прям под запись взять, каждое слово записать, выучить, чтобы оно отлетало у вас прямо от зубов, как отче наш. Прописать свою историю, ту, которую рассказывал про своего друга армейского, но рассказать так, чтобы это было также мотивационно и красиво. Презентацию мы уже отработали, она работает очень хорошо. Вот, обязательно применять ее в работе, как в виде рассылок, как в виде голосовых сообщений, как в виде просто проведения предварительных презентаций, прежде чем люди попадут ко мне. То есть вы людей провели 10-минутную презентацию, зарегистрировали, заказ сделали и потом на презентацию. Это более логичная вещь, чем приводить сразу человека на любую информацию. Человек уже в Oriflame, человек уже сделал заказ, и он говорит, что давай к Алексею, он расскажет, как зарабатывать деньги. Вот, это мы усилили нашу систему. Я вам скажу, что сейчас весь Oriflame интересуется тем, чем мы занимаемся. Мы показываем очень хорошую, высокую динамику роста. У нас одна из лучших динамик роста. Хотя у нас, может быть, нет таких, знаете, рекордных показателей по рекрутингу, но мы растем в целом очень хорошо. Да и вы сами чувствуете по своим результатам, что ваши результаты пошли в гору. В целом структура растет мощно. Мы сегодня с вами создали уже обучающий центр, в котором мы обучаем свою команду. И вот Аня Горбачева будет выступать у нас в понедельник. Мы опять же это все запишем, послушаем, проанализируем, примем для себя, купим себе все эти продукты, про которые она говорит. Вот. И ваша быстренькая обратная связь и завершаем. Полезно, интересно. Огромная благодарность Ане, потому что я вот теперь поняла, как мне работать со своими родителями, как им объяснить, на что упираться. Ну, потому что они у меня скептики. Папа у меня, как я уже говорила, сотрудник полиции, и он ходячий энциклопедия. И ему вот любой вопрос задай, он на все найдет ответ. И мне кажется, он даже немножко гордыня у него в этом вопросе имеется, выше других себя ставит. И теперь я могу подсказать ему, как где чего лучше сделать, на кого можно, если что, ссылаться. Спасибо, Злата. Кто еще хочет обратную связь сделать? Спасибо. Информация была огонь. Я как-то на подсознании... Алексей знает у меня какая проблема. Я мужу уже пою 1.5 года коктейлем. Слава богу, сдавали анализы, проходили все анализы. Замечательные. Новых метастаз нет. Слава. И все. Я ему, когда после операции давала горстями астаксантин, омегу и коктейль. И я считаю, что вот благодаря этому мы вылезли. Да. Таня, я тебя поздравляю. Спасибо. Это большое дело. Так, есть кому что сказать? Спасибо, Груза, переопление за опыт. Будем применять. Очень ждем понедельник, Ань. Прям под запись будем брать, потому что действительно... А, скорее всего, записи вообще не будет. Надо Татьяну Тимофеевну попросить поставить запись, потому что действительно эта информация очень эксклюзивная и нужная будет. Потом в дальнейшем для работы. Нужно просить Веру Сосоеву ставить запись. Угу. Договоритесь, пожалуйста, Алексей. На вас вся надежда. Я буду не в дороге, я буду на эфире, я тогда сам поставлю запись. Угу. Благодарю. У меня права модель. Угу. Ну что, спасибо всем спикерам. Очень ценная сегодня была информация. Я каждый раз, слушая Аню, для себя беру очень-очень много, потому что для меня это очень важно. Я тоже хочу долго жить, мне 60 лет, я не собираюсь, там, что у меня была деменция. Я хочу 20-30 лет быть таким крутым бизнесменом, у меня большие планы на жизнь. Вот, спасибо, ребята, что мы с вами вместе движемся. У нас скоро начинается вторая неделя каталога. Пересмотрите свои планы, делайте фокус на победу. У кого не получается... Третья неделя, да.
Начинайте фокус, начинайте ускоряться, если у вас там что-то не получается. Действуйте, побеждайте и преуспевайте. Будьте счастливы. До следующих встреч. Все, ребятки, давайте. Пока-пока. Спасибо. Пока. Спасибо большое.